Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видео Лепка. Сегодня я буду лепить быка из второй части игры Case Animatronics. Кота я уже лепил, если вы вдруг не смотрели это видео, то ссылочку на него я оставлю в описании. Кстати, вы мне подсказали, что я забыл слепить коту хвост, и как вы видите, я его долепил, сделал я его на проволоке. Так что теперь кот у нас с хвостом. Друзья, если вам нравится наш канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для лепки быка мне понадобится много пластилина красного цвета. Если у вас не хватает, то можно добавить оранжевого. Смешаю пластилин до получения однородного цвета. Сначала я слеплю туловище. Это у меня получилась верхняя часть, а сейчас слеплю нижнюю. Соединяем две части между собой, и получилось у меня вот такое вот туловище. Далее я буду лепить ноги. Для соединения деталей ног я буду использовать мягкую алюминиевую проволоку. Кстати, друзья, если вам интересно, где я заказываю инструменты и материалы для лепки, то вы сможете их найти по ссылочке в описании.
Вот таким образом получились ноги для быка. Далее я буду соединять их с туловищем и затем уже сделаю руки. Руки готовы, подсоединяю их к туловищу. Далее я покажу, как можно слепить голову. В общем, ребята, вот такой вот бык-аниматроник у меня получился. Если вы хотите, чтобы я еще слепил сову из этой игры, то ставьте лайк, и как только видео наберет больше 2000 лайков, я слеплю сову. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.
Если вам нравится наш канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Далее, как обычно, будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете к нам в группу ВКонтакте. Первыми пасхалки в предыдущем видео нашли мистер Тапочек, мистер Див и Елизавета Шевченко. Ребята, передаю вам огромный привет! Также приветики за репосты из нашей группы ВКонтакте получают Кирилл Драничников, Ксения Пригодская, Даня Высотин, Андрей Косач, Наталья Щелева, Виктор Лисеев, Лоуренс Плоткин, Анна Моторева, Саяра Амитова, Евгений Мирный, Виктория Трушина, Диана Гахова, Кирилл Рожков, Кирилл Музалевский, Лера Ким, Артем Зендин, Денис Горлов, Каролина Брайан, Чанклай Чанклаев, Настя Котик, Андрей Ким и Даниил Мишуков. Ребята, огромное вам спасибо! На этом мы с вами прощаемся, желаем всем отличного настроения, до скорой встречи!